Так, девчонки, всем привет! Всем здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! С вами Виктория, я из Украины, живу в Германии. Сегодня я опять, видите, с таким пустым подносиком, но сейчас он наполнится, потому что я сегодня буду вам рассказывать о ароматах, которые я ношу сейчас в августе. У нас такая вот дождливая погода, каждый день идет дождь, с утра до вечера ветер, похолодало, но это уже ненадолго, потому что я уже смотрела, что на следующей неделе плюс 32. Так что давайте начнем. Ну, давайте я вам покажу, значит, вот такой вот аромат. Прада, видите, вот такой вот Прада, называется Rose Milano. Розочка от Прады. Это такой, знаете, очень такой легенький ароматик, такая, как я называю, знаете, вот после душа. Вот мне очень часто бывает такое, что вот я сижу, смотрю телевизор, и вот мне хочется чем-то пахнуть. И у меня рука тянется к нему. Очень-очень нежная розочка, такая молодая, не очень сладкая, очень такая свеженькая розочка. Стойкость, не скажу, что он какой-то феноменальный, ну, 4 часика, до 5 часов я его слышу. Потом надо обновить. Но если попадет на одежду, то будете слышать его дольше. Ну, на мне вообще, девчонки, ароматы держатся очень хорошо. У меня нету такого, что там парфюм час-два и он слетает. У меня как-то вот все наоборот. Я иногда даже иду в душ для того, чтобы вот смыть с себя парфюм, потому что вот я уже не хочу так пахнуть, я уже хочу поменять, а оно не меняется. Дальше. Раз уж у нас тема розы, да, то давайте я вам еще покажу парфюм, который я проносила тоже несколько дней, прям таким как запойчиком. Это Blooming Bouquet от Miss Dior. Это у меня, девочки, старая версия, да, это у меня старый парфюм, то есть был куплен, блин, то ли в 2016 году, то ли в 2015 году, ну вот не помню, но вот когда-то тогда, да, он был куплен. Покупала его в Duty Free в Дубае, когда летела в Украину и с Омана. Мы еще тогда жили в Омане, вот, я помню, что я его купила. Это розы, пионы, для меня даже какая-то сирень, я очень слышу сирень в нем, хотя, мне кажется, там нету сирени, но для меня это какой-то парфюм сирени даже. Вот таких вот весенних цветах, цветениях, для меня он очень ассоциируется с весной, с Украиной, с маем месяцем, вот, шикарный парфюм, получал тоже много комплиментов, в общем-то, красивый. Дальше, девочки, аромат, в котором я была вчера, вот такой вот Grand Ballo от Casamorati, Ксержов, от Casamorati, да. Grand Ballo, это парфюм о гордении, о белых цветах. Для меня он даже здесь как будто какой-то немножечко сахар такой, знаете, жженый, коричневый сахар. Он для меня перекликается с парфюмом от Gucci, Gucci Flora Georges Gardenia. Вот они для меня немножко похожи, но Grand Ballo, он какой-то, знаете, такой вот немножечко глубже парфюм, более такой какой-то глубокий аромат. Тоже я его очень люблю, он мне очень нравится. Вчера его носила буквально. Шикарный парфюм, очень стойкий. Здесь я слышу себя весь день, поэтому стойкость вообще отличная. Дальше, девчата, что я... В чем я сегодня была? Сегодня я была в парфюме от Louis Vuitton Spell on You, да. Я делала обзор на этот аромат. Вот, это очень красивый парфюм, как и вообще все ароматы от Louis Vuitton, они просто какие-то нереальные. Они на первый взгляд кажутся, что они такие простые, но не тут-то было. Это парфюмы, которые настолько сложные, вот ты просто не можешь как-то сформировать, да, аромат по каким-то ноткам, потому что, ну, здесь все, здесь и какие-то цветы, и какие-то фрукты, и какая-то пудра, и какое-то что-то из прошлого, какие-то воспоминания, понимаете? Он мне очень нравится тем, что он для меня такая косметичка из 90-х. Он очень красивый, но он не ретро парфюм, он наоборот очень современный. Здесь такая, знаете, современная пудра, но тоже прокликается вот эта вот пудра из прошлого, когда вот я помню, мама ходила на работу, и когда падает косметичка, и там разбивается пудра, какие-то румяна, помада, вот оно все вместе, вот как-то вот так вот пахнет.
Он очень красивый, он очень стойкий. Это несколько пшиков и все. И вы будете благоухать, и вся комната, и все, что вокруг вас. Это шикарный парфюм. У меня есть еще хотелки у Louis Vuitton, но посмотрим. Дальше, парфюм тоже, который я, вот у меня такое настроение было его носить. Вот такая вот ромашка от Gucci, да, Gucci Memoir. Мне это вообще парфюм, даже не отношу его к люксовым ароматам, он для меня какой-то странный, как будто нишевое что-то, такого в люксе нету. Он мне напоминает крем Нивею, для меня здесь такая кремовая ромашка. Тоже, когда жарко, когда было потеплее, вот хотелось мне его носить, но я носила его пару дней назад, и как-то вот так мне хорошо в нем было, как-то спокойно, классный, классный аромат. Дальше, что я еще буду носить тоже, потому что я очень соскучилась, это Tom Ford Bitter Peach, да, наш любимый горький персик, девочки, обожаю этот персик, как и все ароматы от Тома Форда. Что не парфюм, то шедевр, что не аромат, то какой-то скандал, какая-то вспышка. Ну, не был бы Том Форд, если бы он не выпускал какие-то шедевры, да. Шикарный, горько-сладко какой-то ликерный персик, напоминающий мне алкогольный коктейль Бейлис, по-моему. Супер парфюм, стойкий, убойно просто стойкий. Да, просто вообще весь день. А если на одежде, то шкаф будет тоже пахнуть. Обожаю его. Еще один аромат у меня от Тома Форда. Вот вчера весь день шел дождь, и я прям что-то как-то захотела вот эту такую вот кожу в перемешку с лавандой, с каким-то миндалем. Он очень странный, этот парфюм, не зря он называется так. Он очень странный, он очень интересный. И он вот в такую погоду, он как-то поднимает настроение. Мне в нем было как-то так уютно, как-то так тепло, знаете. Вообще супер. Мне хочется вот, чтобы уже была осень, надеть черный тренч кожаный, какие-то лоферы, и вот так вот идти на улицу. И чтобы был дождь. Обязательно, чтобы была такая смурная какая-то серая погода. Вот такое настроение, супер. И, кстати, в жаркую погоду он тоже очень красиво раскрывается. Дальше, девчата, тоже, что меня, на что меня потянуло, на черного афганца, да, Black Afghano. Что-то вот тоже, какое-то такое настроение, захотелось чего-то такого сложного, дымного, смолистого какого-то, в то же время какой-то сексуальности захотелось, потому что для меня это парфюм секси, он такой жесткий, он такой дерзкий, вообще. И знаете, с кем у меня ассоциируется этот парфюм? Есть такой певец, Сэм Смит. Я думаю, все знают его популярную песню, которая уже на протяжении года, наверное, везде звучит, и в инстаграмах, и в тиктоках, вообще везде, во всех социальных сетях. Ну, введите Сэм Смит, Mommy Don't Know, и вам сразу выбьет эта песня, послушайте. Вот для меня этот аромат ассоциируется с ним, с сексуальностью, с дерзкостью. Вот с чем-то вот таким, знаете. Дальше, следующий парфюм тоже, который я носила и наслаждалась на прошлой неделе и буду еще носить, это Prada Paradox. Короче, ну это вкусняшка. Я очень люблю этот аромат в люксе. Он для меня такой, такой простой, знаете, такой сладкий, белоцветочный. Такой сладко-белоцветочный, как конфетка. Вот он для меня напоминает парфюмы Lancôme. Вот эти вот конфетные ароматы Lancôme. Он для меня тоже конфетный на самом деле. Очень красивый, очень стойкий, очень вкусный. Меня муж его очень любит. Каждый раз, когда я его ношу, он постоянно меня спрашивает, в чем ты, это так вкусно и так далее. И последний парфюм, девочки, который я просто обожаю и который тоже вот мне хочется носить, это Baccarat Rouge. Eau de Parfum у меня версия. Короче, ну это моя любовь, это клубника, какие-то петушки на палочках, да, сладость, немножечко горечь, какой-то то ли сахара, то ли карамели. Такое, знаете, вот как будто бы вот клубнику всунули в карамель и вот это вот все посыпали еще сверху сахаром, вот как-то вот оно вот так вот мне пахнет.
напоминает мне тоже прошлое. Я за что ценю этот парфюм, потому что для меня это аромат, который уносит меня в прошлое, к моей бабушке, когда мы ходили в церковь, покупали конфеты. Ну, в общем, такой, знаете, дорогой моему сердцу парфюм с такими воспоминаниями. Я очень люблю парфюмы, которые для меня ассоциируются с чем-то таким хорошим, красивым в прошлом. Вот такая вот, девочки, у меня подборка. Я надеюсь, что вам понравилось. Пишите мне, пожалуйста, что носите вы. Как у вас погода? Я вам еще сняла одно видео, но, скорее всего, оно выйдет уже через несколько дней. Поэтому я вас всех люблю, целую. С вами была ваша Виктория. Подписывайтесь, девчата, на мой канал. Ставьте мне лайки, пишите комментарии. Я все читаю, на все отвечаю. Вас всех люблю. Целую, девочки. Всем хорошего дня.